Всем доброго дня, приглашаем вас на футбол Домодедово. Второй день проходит 8-й межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги. Мы рады всех приветствовать, и сегодня нас ждет очередная порция матчей в количестве 2 штук. Дивизион Б. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что этот сезон не совсем обычный в НСФЛ. ГПУ. 88-й номер Ванышников. 9-й Сергей Юрьев. 10-й Виталий Лугачев. Кавказский здесь гостил на время подачи с левого фланга. Довольно прилично может получиться. Мяч в штрафной был вроде бы недолго. Обратный пас из 12 метров. Удар 1-0. Надо сказать, что довольно просторно было в момент. Он с ним не справляется. Давайте разбираться, что здесь случилось. Вы знаете, по-моему, все-таки небольшой рикошет Александра Морозова. Он располагался на линии, поэтому зафиксировал слаженная атака вообще в сегодняшней встрече. Вот сейчас передача на правую. Здесь очень много пространства. Можно пробивать с правой ноги в ближний угол. Отправляется мяч. Разад. Черпачев налево в направлении Вашакиц. Ох ты, здорово, красоту затеял. Молодец. С участием Ивана Беспалова остается единственным по-настоящему опасным возле ворот Кузьменко. Мяч штрафной. Ну-ка, еще один шанс. Вот это сейв. Браво. Ну и Хапланов я бы еще отметил. Хороший удар издалека, мяч попадает. Посмотрим, наверное, половинку на второго тайма, ребята, и потом уже будут потихонечку переодеваться. Удар в ближний угол. Все рассчитал. Вышел на угол штрафной площади. Стать победителем этого мини-турнира. Составим свои команды по ходу первого тайма. Отличный прием мяча штрафной. Мне кажется, задержка была совершенно очевидна. Судья... Контратакам Гавк. Передача направо. Отлично. Надо решать. И счет не меняется. Все очень здорово делают москвичи. И можно отсюда еще раз пробить. Передача направо. А как насчет того, чтобы пробить слева? А вот она не рабочая. Лошадица. Решай. В этом матче ведет. Мяч штрафной площади. Передача неточная назад. Можно пробить. Рикошет не опасный. А позади еще Максумов. Видит Максумова. Передача ему делает. Удобно. Ох, как здорово сыграл корпусом Максумов. Бей с левой. 2-0. ГПУ эффектную точку ставит в этой встрече. Это уже концовка. Подлиннее бы повторчик, цены бы ему не было. Весело разухать.